вашему вниманию инновационный аппарат коррекции фигуры и лифтинга лица. Данный аппарат дает возможность работать как по лицу, так и по телу. Аппарат включается с помощью тумблера на задней панели, и также он запрашивает пароль для входа доступа. После этого мы видим уже меню интерфейса. Инновация данного аппарата является в сочетании двух методик ультразвукового воздействия и электромагнитного воздействия. Данный аппарат работает при помощи пассивного электрода. Они также есть у нас в магазине в индивидуальной упаковке, индивидуально для каждого пациента. Данная манипула предполагает работу с лицом, ярко выраженный лифтинг-эффект от данной методики. Выбираем область воздействия. Аппарат работает только при наличии пассивного электрода. Выбираем зону, и автоматически компьютер уже подбирает все необходимые настройки. Нажимаем кнопку «Старт» либо на интерфейсе, либо непосредственно с кнопки на самом аппарате. После того, как мы готовы к работе, нажимаем непосредственно на кнопку на манипуле, и пошел обратный отчет времени. Здесь находятся термодатчики внутри, поэтому как только начинается перегрев дермы, автоматически происходит отключение воздействия. Поэтому данная процедура является абсолютно безопасной для ваших пациентов. Работая по телу, мы используем большую манипулу, также пассивный электрод. Пассивный электрод крепится либо на зону подлопатки, либо на ягодицу. Выбираем большую манипулу, терапия. Выбираем мощность воздействия. После того, как у нас все параметры заданы, также выставляем старт либо на интерфейсе, либо непосредственно на самом экране. И нажимаем кнопку на манипуле. Также при перегреве автоматически отключится манипула. Даст нам возможность переставить ее на другой участок кожи, чтобы исключить перегрев. Данные процедуры проводятся по электрогелю, по контактному гелю. Управление как на интерфейсе, так и отдельно на аппарате. Можем выбрать и отрегулировать с помощью тумблера механическим способом.